всплыли новые факты относительно азербайджанского криминального авторитета Равшана Джаниева, известного по прозвищу Равшан Линкоранский, убитого в Стамбуле в августе 2016 года. По информации сайта А24, в свое время Равшан Джаниев не принял участие в сходке авторитетов в Ереване. На вопрос о причине он ответил так: «Не хочу пятнать свой заграничный паспорт». Отметим, что, как выяснилось относительно недавно, во время Карабахской войны 90-х годов Равшан Джаниев оказал помощь азербайджанской армии на сумму 187 тысяч долларов.